Начнем мы со ствола. Нашел такую трубочку себе. Она как раз 23. Она на 30. Так что будем наращивать вот такими литочками от 4 до 30 сантиметров. Где-то здесь оставим, да, где-то здесь 25, чтобы где-то как оставлялся. Итак, намотали мы ствол. Эта часть будет для ДТК. Остается здесь 25, здесь 30. Примерно. Вот так вот. И где-то вот так вот он будет заходить, ДТК. Дальше делаем вот это, бочоночек. И потом все остальные. Скрутили трубочку еще одну. Это будет вот такая вот. Теперь надо сделать на, разделить на три сегмента. Два боковых и центральный, как здесь. Кольца сделал. Нарастил бочоночек. Разделил на три сегмента, разделил. Примерно вот так вот. Сделал уже пару кольц. Это вот это кольцо и вот это кольцо. Надо будет сделать вот эти кольца и поменьше кольца. Такие штуки 3 надо колец. Не будет здесь стоять, здесь и здесь. И такие кольца по 0,5. Продолжаем наращивать. Завершил ствол, все скручено, все приклеено. Теперь переходим к крышке. Я не знаю, как называется, но хай будет крышкой.